Лидер луганских сепаратистов Валерий Болотов обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести миротворческие войска на территорию самопровозглашенной республики. По его словам, данная просьба обусловлена тем, что украинские войска совершили акт агрессии против мирных граждан. Болотов отметил, что у ЛНР недостаточно сил для изгнания карателей, поэтому он надеется, что Россия примет решение о вводе миротворческих войск до того, как в регионе начнется гуманитарная катастрофа, искусственно создаваемая руководством Украины. Также самопровозглашенный губернатор подписал приказ о введении военного положения и объявил мобилизацию мужчин от 18 до 45 лет.